«Пошлите мне, усталый ваш народ, нуждающихся, жаждущих свобод, всех изгнанных и бедных, и сирот, всех обездоленных мой берег ждет. Я факел подниму у золотых ворот». Эти слова поэтессы Эммы Лазарус начертаны на постаменте Нью-Йоркской статуи свободы. В конце XIX века в Нью-Йорк хлынула волна эмигрантов из Европы. Город, расположенный в устье реки Гудзон, манил их надеждой на лучшую жизнь. Жизнь без голода, нищеты и рабства. Первым, что видели прибывшие из-за Атлантики люди, была огромная статуя с факелом в руке. Символ долгожданной свободы. Символ Америки. Статуя, созданная французским скульптором Бартольди, задумывалась как подарок от Франции к столетнему юбилею Декларации независимости Америки. Американцы возводили пьедестал, а французы перевозили и устанавливали скульптуру. В 1886 году состоялось торжественное открытие Статуи Свободы. Самая известная статуя мира возвышается над островом Эллис, который называют «воротами Нью-Йорка». На остров приезжают и туристы, и коренные американцы. Он давно превратился в историческую достопримечательность. С 1892 по 1954 год через иммиграционную станцию на острове прошло 17 миллионов приезжих. На Эллисе чиновники решали судьбу тех, кто искал в Америке новую родину. От обязательного медосмотра и тщательной проверки документов были избавлены лишь пассажиры трансатлантического лайнера, приехавшие первым классом. Федеральное правительство сочло, что те, кто покупает самые дорогие билеты, не могут быть угрозой для Америки. На территорию Соединенных Штатов не имели доступа носители инфекционных заболеваний, проститутки, анархисты, многоженцы, безграмотные, матери-одиночки, а также те, кого признали чересчур бедными. Какое-то время в списке нежелательных гостей значились китайцы и японцы. В просторном зале иммиграционной станции каждый приезжий должен был пройти собеседование с чиновником. Именно этот чиновник и решал судьбу нескольких сотен человек ежедневно. От его профессионализма, а иногда и просто настроения, зависело будущее целых семей. В те времена ворота Нью-Йорка получили еще одно название – «Остров слез». Слез тех, для кого мечта о свободе так и осталась мечтой. Однако миллионам иммигрантов удалось пересечь заветную черту, и они сделали Америку такой, какой мы знаем ее сегодня. Самое большое количество иммигрантов принял Нью-Йорк. Пришло время поближе познакомиться с этим удивительным мегаполисом, почувствовать его атмосферу. Нью-Йорк — это самый большой город одноименного штата США. Он расположен в северной части Атлантического побережья, занимает площадь 1200 квадратных километров. Его населяют более 8 миллионов человек. Нью-Йорк разделен на 5 районов — Манхэттен, Бронкс, Квинс, Бруклин и Стейтен-Айленд. Бизнес-центр города находится на острове Манхэттен, окруженном рекой Гудзон и проливом Ист-Ривер. Мост Джорджа Вашингтона соединяет Манхэттен с материком. Вертолет, делая большой полукруг, вновь устремляется на Манхэттен. По левую руку — река Гудзон, по правую — Ист-Ривер, а между ними — знаменитая панорама небоскребов. На юге Манхэттена, между Беттери-парком и Уолл-стрит, сосредоточены памятники старой и новейшей истории Нью-Йорка.
В 1625 году скалистый остров выкупили у индейцев голландцы. За землю они заплатили стеклянными бусами, общей стоимостью в нынешнем исчислении примерно 24 доллара. Белые колонисты основали поселение, которое назвали Новым Амстердамом. Вокруг поселения выросли крепостные стены. В 1664 году колонию без боя взяли англичане. Они переименовали крепость в Нью-Йорк в честь брата тогдашнего короля, герцога Йоркского. В 1776 году вспыхнула гражданская война за независимость. И семью годами позже британцы покинули город, в который вскоре вошли войска Джорджа Вашингтона. Нью-Йорк на ближайшие 6 лет стал столицей молодого государства. Памятник Джованни де Верацано. Этот итальянский мореплаватель в 1524 году стал первым европейцем, ступившим на землю острова Манхэттен. И еще один монумент в Беттери-парке. Этот памятник посвящен американским морякам, погибшим в Атлантике во время Второй мировой войны. Тот, кто хочет обрести вес в финансовых кругах Нью-Йорка, должен уметь брать быка за рога. Немного севернее Беттери-парка, там, где в 1653 году губернатор Петер Стюйвесант приказал поставить крепостные стены, от Бродвея отходит знаменитая Уолл-стрит. Статуя Джорджа Вашингтона перед федеральным зданием на Уолл-стрит напоминает о дне вступления в должность первого президента Соединенных Штатов Америки в 1789 году. Событию посвящена и экспозиция внутри здания. Сегодня на Уолл-стрит находится штаб-квартира крупнейшей в мире биржи ценных бумаг, где вершатся экономические судьбы мира. Нью-Йоркская фондовая биржа – сердце финансового мира, к биению которого чутко прислушиваются инвесторы по всей планете. 11 сентября 2001 года Америка пережила трагедию, которая пошатнула ее веру в собственное могущество. Случилось это всего несколькими метрами дальше. После атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра под их обломками погибло около 3000 человек. 110-этажную Северную башню самолет протаранил в 8:46. В 9:03 еще один самолет врезался в Южную башню. Несколько десятков минут спустя башни рухнули. Многие считают чудом то, что находящаяся рядом со Всемирным торговым центром Церковь Святого Павла совершенно не пострадала.
Во время разбора завалов храм стал неофициальным командным пунктом спасателей и ликвидаторов последствий катастрофы. И сегодня церковь на Бродвее посещают ежедневно сотни людей, чтобы почтить память погибших 11 сентября. Большой зимний сад во Всемирном финансовом центре светел и прекрасен. В тени пальм ничто не напоминает о трагедии, произошедшей неподалеку. Удивительно, что когда падали бетонные башни, стеклянная конструкция сада осталась нетронутой. Комплекс зданий, в которых находятся офисы таких корпораций, как American Express, Dow Jones и Merrill Lynch, расположен у площади, минуя которую мы окажемся у Гудзона. В Нью-Йорке можно сделать стремительную карьеру, и столь же быстро можно все потерять. Там, где события сменяются в бешеном ритме, каждый пытается найти способ для снятия ежедневного стресса. Оазис спокойствия в городском водовороте – парк рядом с городской ратушей. В июле 1776 года в этом историческом месте была публично зачитана Декларация независимости. Вслед за этим соратники Вашингтона во главе со своим лидером отправились в Беттери-парк, где свергли с постамента памятник английскому королю Георгу III. В быстрорастущем Нью-Йорке старая ратуша очень скоро перестала выполнять свои функции и превратилась в достопримечательность. Мэрия Нью-Йорка переехала в гигантское 40-этажное здание по соседству. Впечатляет и знаменитый небоскреб «Вулворт». Он построен в 1913 году по проекту Гаса Гилберта. На протяжении почти 20 лет «Вулворт» оставался самым высоким небоскребом Нью-Йорка. В 1930 году его превзошел 320-метровый Chrysler Building. Первым небоскребом Нью-Йорка был Flatiron Building, возведенный в 1902 году. 94-метровый гигант был тогда высочайшим зданием мира. Треугольный участок между Бродвеем и Пятой авеню не выглядел удачным местом для его постройки. Но архитектор Даниэль Бернем великолепно вписал свой проект в ландшафтно-архитектурный контекст. Треугольная башня, выросшая словно из-под земли, получила у горожан прозвище «Утюг». Строительство второго поколения нью-йоркских высоток началось с небоскреба Chrysler Building. Его отличительная черта, сужение кверху, вскоре стала весьма распространенной. Здание спроектировано так, чтобы не превращать улицу под собой в темное ущелье. Выполненный в стилистике арт-деко пик из сплава стали, кобальта и вольфрама достигает 319 метров. Стилизованные орлиные головы, фризы в форме автомобильных колес и металлические бляхи в верхней части навевают ассоциацию с классической моделью Крайслера. Очередной рекорд высоты был побит уже 1 мая 1931 года. В этот день состоялось торжественное открытие Empire State Building, небоскреба высотой 381 метр. Его построили за полтора года во время экономического кризиса, так называемой Великой депрессии. Обошелся он на несколько миллионов дешевле, чем было запланировано. Высотка стала для американцев наиболее выразительным знаком экономической мощи их страны и символизировала надежду на быстрое преодоление кризиса. Первый номер в рейтинге высочайших зданий мира нью-йоркский колосс сохранял до 1973 года. Разные языки и голоса в фойе вызывают ассоциации с Вавилонской башней. Каждый день тысячи туристов со всего мира поднимаются на смотровые площадки, расположенные на 86-м и 102-м этажах.
В июле 1930 года ежедневная газета New York Times писала о строительстве небоскреба. Выглядит это как скачки прямо в небо. В голове забега находятся рабочие, устанавливающие стальную конструкцию, а за ними в бешеном темпе следуют остальные. Возведение Empire State Building стало эталоном для строителей всего мира. В течение года было соединено 57 тысяч тонн стальных элементов, установлено 6,5 тысяч окон и проложено 100 километров водопровода. В среднем здание росло на 4,5 метра в неделю. Во время строительства погибло 6 рабочих. В августе 1930 года, когда интенсивность работ достигла своего пика, здесь трудилось 3400 человек. Репортер London Daily Herald восхищался нью-йоркскими строителями. Эти герои современности снаружи скромны и безразличны, и они уверенно шагают по конструкциям лесов. Похоже, нервы этих людей из той же стали, из которой они строят свой современный город. Монтажники были героями всего Нью-Йорка. Сборка стальной конструкции из 5000 массивных блоков, вероятно, производила сильное впечатление. Осенью 1930 года Empire State Building насчитывал уже 85 этажей. На последних этажах была запланирована площадка для дирижаблей. Заключительные несущие элементы были смонтированы в марте 1931 года, а спустя несколько недель завершились отделочные работы. Стоя на вершине Empire State Building, видишь картину лежащего у твоих ног Нью-Йорка. И то бешеное движение, которое внизу представляется хаотичным, с высоты кажется упорядоченным и подчиненным логике. Empire State Building находится на Среднем Манхэттене. Севернее расположен Верхний Манхэттен, южнее – Даунтаун или Южный Манхэттен. С севера на юг район пересекают авеню, а улицы, тянущиеся с востока на запад, называют словом «стрит». Если бы не длинный извилистый Бродвей, коммуникационная сетка могла бы считаться идеальной. В городе, где каждый квадратный метр ценится на вес золота, очень интенсивно идет подземное строительство. На первом лифте мы съезжаем со 102 этажа на 86-й. Далее пересадка, и через 45 секунд мы уже на нулевом уровне. Людям, страдающим клаустрофобией, здесь приходится несладко. Нам нужно всего лишь 5 минут, чтобы по 5-й авеню добраться до Нью-Йоркской публичной библиотеки. С
Здание одной из лучших библиотек Соединенных Штатов Америки было сдано в эксплуатацию в 1911 году, после 14 лет строительства. Творение нью-йоркских архитекторов Каррера и Гастингса украшено изящным фасадом. Лестница перед библиотекой – излюбленное место отдыха туристов. Созерцательное настроение витает над площадью. На нью-йоркских улицах часто появляются такие удивительные персонажи, что порой трудно оторвать взгляд. Многое, что покажется нам экстравагантным или даже сумасшедшим, вполне нормально для Нью-Йорка. Скорость, шум и теснота – вот самые точные определения центрального Манхэттена. В тени башни MetLife находится центральный железнодорожный вокзал. Здание 1913 года постройки расположено в нескольких метрах от библиотеки и тоже является шедевром архитектуры. Под сводами огромного зала ожидания проходит ежедневно 500 000 человек. Этот дворец, появившийся на заре развития железных дорог, и сегодня удивляет своей функциональностью. Его создатели, запланировавшие не только сам вокзал, но и отель, торговый пассаж, ресторан и бюро, были весьма предусмотрительны. И хотя с центрального вокзала уже не отправляются поезда дальнего следования, этот транспортный узел не утратил своего значения и по сей день, как и своего изящества. В терминале находится более 100 продуктовых магазинов и кафе-ресторанов. Одним из лучших считается «Устрица-бар». Каждый год Нью-Йорк посещает свыше 30 000 000 человек. К их встрече готовы 250 отелей и 20 тысяч ресторанов.
В Нью-Йорке был еще один огромный вокзал – Пенсильвания. Но в 60-е годы 20 века здание снесли. На его месте появился знаменитый спортивно-развлекательный комплекс «Мэдисон Сквер Гарден». Значительно большую роль, чем железная дорога, играет в Соединенных Штатах авиатранспорт. Нью-Йорк располагает крупными аэропортами – имени Джона Кеннеди, Ла-Гвардия и Ньюарк. Необходимый городской транспорт – автобусы. Городской автовокзал на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню является главной станцией для пригородных автобусов. Один лишь Манхэттен обслуживает свыше 40 автобусных маршрутов. Можно, кроме того, воспользоваться услугами желтых нью-йоркских такси. Но несмотря на то, что их здесь свыше 12 тысяч, поймать машину в час пик равносильно чуду. Самым верным средством передвижения остается метрополитен Нью-Йорка. Сеть метро протяженностью около 1100 километров соединяет между собой все части города, за исключением Стейтен-Айленда. В нью-йоркском метро 27 линий и 468 станций. Каждый день сотни поездов перевозят свыше 3,5 миллионов пассажиров. В часы пик метро трещит по швам. Чтобы повысить эффективность перевозок, на линиях работают как обычные поезда, останавливающиеся на каждой станции, так и экспрессы с меньшим количеством остановок. В метро мы попадаем в районе 42-й улицы. Кажется, что здесь больше людей, чем на поверхности. Каждые 15 секунд из темного тоннеля со страшным скрежетом выныривает очередной поезд. Поехали. Откровенно говоря, мы понятия не имеем, куда едем. Из Гарлема в Бруклин, из Квинса в Мидтаун или в каком-то другом направлении. Не будем терять время на изучение схемы. Куда бы мы ни попали, везде будет интересно. Общая протяженность улиц Нью-Йорка – 10 тысяч километров. Район на пересечении 42-й улицы и 7-й авеню, включая Таймс-сквер, легендарен. Когда-то это место пользовалось дурной славой. В начале 20 века здесь лихо заправляли карманники. Еще совсем недавно главной достопримечательностью 42-й улицы были обшарпанные секс-шопы, между которыми прохаживались проститутки и торговцы наркотиками. Сегодня бывший район красных фонарей сияет совсем другим светом. Все тот же неон, но надписи на вывесках сменились. Вопиющий китч. Так, пожалуй, лучше всего охарактеризовать этот уголок Нью-Йорка. Yo, loco,
В новогоднюю ночь 1904 года в 22-этажный небоскреб на площади переехала редакция «Нью-Йорк Таймс». Спустя годы площадь была переименована в «Таймс-сквер» в честь известнейшей нью-йоркской газеты. Со временем с площади исчез конный рынок и кузницы, зато появились популярные театры. Таймс-сквер стал модным местом, которое порой называют «перекрестком мира». Действительно, сегодня здесь ежегодно пересекаются пути более 20 миллионов туристов. Здесь находятся офисы крупнейших медиакомпаний. Неоновая реклама была отличительной чертой Таймс-сквер уже в 20-х годах 20 века. В 1928 году «Таймс» вывесила на здании первую в мире интерактивную таблицу, отображавшую ход президентских выборов. Здесь, через Таймс-сквер, проходит Бродвей — мощная артерия американского шоу-бизнеса. 40 театров и 25 кинотеатров мы найдем на Бродвее и в его окрестностях. Билеты на самые известные пьесы и мюзиклы выкупаются за несколько месяцев до представления. Бродвей стал колыбелью великой американской фабрики развлечений. В 20-х годах прошлого века на Бродвее работало более 60 сцен, где выступали такие звезды, как Чарли Чаплин и Сара Бернар. В Нью-Йорке есть несколько ресторанов, которые принимают на работу исключительно студентов театральных и музыкальных учебных заведений. Студенты, накрывая на стол, дают небольшие представления, а гости отдыхают в уютной и праздничной атмосфере. Когда спускаются сумерки, Бродвей превращается в один большой фейерверк. Другого такого не найти. От его вида может закружиться голова. Все вокруг плывет, дрожит, сверкает и меняет цвета, исчезая и появляясь вновь. Такими словами описала Бродвей писательница Одетта Кён. Неподалеку от Бродвея возвышается построенное в 1932 году Эдвардом Даррелом здание Radio City Music Hall. В нем находится один из крупнейших в мире кинозалов. В течение года здесь проходит множество мероприятий, самое известное из которых — рождественское шоу. Между 62-й и 66-й улицами на Бродвее находится популярный Линкольн-центр.
Эвери Фишер Холл, здание филармонии. Каждый четверг за небольшую плату здесь можно присутствовать на репетициях оркестра. Главным строением Линкольн-центра является Метрополитен-опера. Через огромные аркообразные окна видны многоэтажные фойе, украшенные росписями Марка Шагала. На сцене Метрополитен-опера выступали, пожалуй, все выдающиеся представители оперного искусства. Звучание Нью-Йорка — это джаз, возникший из музыки чернокожих рабов южных штатов США. В Нью-Йорке джаз заявил о себе в 20-е годы прошлого века и тут же стал сенсацией. Два следующих десятилетия были золотым временем биг-бендов. В Савойи и Коттон-клабе играли Дюк Эллингтон и Бенни Гудман. Культовой джазовой сценой сегодня остается «Виллидж Вангард». Нью-Йорк может гордиться своим джазом, традиции которого поддерживают бесчисленные клубы, где каждый вечер проходят концерты. Пища в городе так же разнообразна, как и его культура. В местных ресторанах можно найти деликатесы любой кухни мира. В городе, который никогда не спит, в любое время дня и ночи можно вкусно пообедать. Счастливчик Ченг в Ист-Вилледже – одно из самых модных и экстравагантных заведений. Хозяевам удалось соединить хорошую кухню, хорошую музыку и необычную атмосферу. Гурманы с более традиционными вкусами могут еще раз посетить Empire State Building. Ресторан находится на 102 этаже. Отсюда открывается прекрасная панорама ночного Нью-Йорка. Американский поэт Эзра Паунд так описывал нью-йоркские ночи. Разве Нью-Йорк не прекраснейший город мира? Может и нет, но он очень близок к идеалу. Его ночи совершенно неповторимы. Я могу часами смотреть в окно. Подсвеченные небоскребы излучают магическую силу и выглядят так, как будто бы кто-то вырезал в темном небе десятки сверкающих квадратов. Известное кафе-мороженое «Бруклин Айс Фэктори» под Бруклинским мостом предлагает ночным жителям не только изумительное мороженое, но и незабываемые виды. Солнце уже высоко, пора возвращаться на Манхэттен. Прогулка по этому старинному мосту – истинное удовольствие. Поэт Уолт Уитмен как-то сказал, что вид, открывающийся отсюда, является действенным лекарством для истерзанной души. Который из нью-йоркских небоскребов лучше – трудно сказать. Зато без труда можно назвать самый красивый мост. Конечно же, это висячий Бруклинский мост, построенный в 19 веке. По соседству с ним находится Манхэттенский мост. Он также соединяет Бруклин с Манхэттеном.
На другом конце моста нашему взору открывается вид на южный мыс Манхэттена со статуей Свободы. Первый стальной подвесной мост был сдан в эксплуатацию в 1883 году, после 15 лет строительства. Мост через Ист-Ривер нью-йоркцы объявили восьмым чудом света. Рядом с Бруклинским мостом находится старый морской порт, служивший в свое время воротами в Нью-Йорк для больших пассажирских и торговых парусных судов со всего мира. В конце 19 века, когда на смену парусникам пришли большие пароходы, для их обслуживания было подобрано новое место — западный берег Манхэттена. Старый морской порт утратил свое значение и был заброшен. В 80-х годах 20 века его отреставрировали, и сегодня сюда водят туристов. В старинных зданиях разместились многочисленные рестораны, магазинчики и галереи. Однако больше всего гостей привлекают исторические парусники, пришвартованные к берегу. Известнейшим среди этих морских ветеранов является легендарное четырехмачтовое судно «Пекин». Из старого порта отправляемся вверх по Ист-Ривер. Перед нами Бруклин и Манхэттенский мост. Плоский неприметный фасад, 39 этажей, белый мрамор, алюминий и стекло. Симметричная архитектура без излишеств. Это штаб-квартира Организации Объединенных Наций, обосновавшаяся в Нью-Йорке в 1950 году. За ее окнами работает около 7500 сотрудников. Перед зданием развиваются флаги 191 государства, входящего в организацию. Каждый год, как правило, в середине сентября, ООН собирается в Нью-Йорке на рабочее заседание. В кризисных ситуациях созываются чрезвычайные сессии. ООН была создана в 1945 году державами, победившими во Второй мировой войне. В первой конференции в Сан-Франциско приняло участие 50 стран. С той поры ООН пытается работать над сохранением мира во всем мире, созданием системы международной безопасности и налаживанием сотрудничества между народами. Отправимся в сторону Верхнего Манхэттена. Здесь тоже можно вдоволь налюбоваться современной нью-йоркской архитектурой. Ближе к нам невысокие четырехэтажные дома. За ними возвышаются гиганты из стали и стекла. В Нью-Йорке каждый владелец земельного участка должен получить разрешение на строительство здания выше определенной высоты. Хозяева малоэтажных домов продают свои участки компаниям, строящим небоскребы, за миллионы долларов.
Небоскреб Липстик Билдинг, построенный в 1986 году по проекту Филиппа Джонсона, контрастирует с незамысловатой коробочной архитектурой этого района. Впрочем, здание это не всем нравится, нередко его подвергают жестокой критике. Восточная часть Среднего Манхэттена богата смелыми архитектурными проектами. Такие архитекторы, как Уильям Паттерсон, Гельмут Ян и Хью Стаббинс, придали этой части города уникальный вид. Башня Citicorp Center с характерно обрезанной верхушкой и величественным фасадом из стекла и алюминия является одним из наиболее оригинальных небоскребов в Нью-Йорке. Рядом с Лексингтон-авеню, за элегантный парк-авеню, взмывает в небо небоскреб MetLife. Этот небоскреб, построенный в 1963 году, считается самым некрасивым на всем Манхэттене. Так решили жители Нью-Йорка. Парк-авеню номер 375. Это адрес Seagram Building. Одно из наиболее спорных произведений нью-йоркской архитектуры построено по проекту Людвига Мисса Ван де Роя и Филиппа Джонсона в 1958 году. У здания 38 этажей, характерные профили из бронзы, и оно является прекрасным примером минимализма в архитектуре. Внушительные небоскребы возвышаются также над Мэдисон-авеню, которая проходит между Парк-авеню и Пятой авеню. А это занятие для избранных. Главное требование при трудоустройстве мойщиков — не бояться высоты. Нью-Йорк — город, который можно назвать вертикальным. Этот город нового времени похож на одну большую катастрофу, хотя и весьма эффектную. Такую оценку нью-йоркской архитектуре дал великий Ле Корбюзье. С ним можно поспорить, но, пожалуй, не в отношении таких зданий, как Трамп Тауэр. Хотя у Дональда Трампа иное мнение. «Я построил прекрасные апартаменты для самых богатых и известных людей планеты». Судя по тому, что за эти апартаменты многие платят свыше 10 миллионов долларов, у Трампа есть единомышленники. Пятая авеню сияет в лучах солнца, отраженных стеклянными фасадами. Это главная улица Манхэттена, разделяющая центр на западную и восточную части. Имидж Пятой авеню создали именитые жильцы рубежа 19-20 веков. Тогда здесь обосновались богатейшие американцы – семейство Рокфеллеров, Вандербильтов, Форбсов и Асторов. На Пятой авеню стоят самые именитые отели города, такие как «Плаза». Вокруг отелей и домов выросли эксклюзивные бутики. Злые языки твердят, что жители Пятой авеню тратят множество денег на вещи, в которых не нуждаются, чтобы понравиться тем, кого сами терпеть не могут.
В нарядных витринах – ни пылинки. В элегантных экспозициях – обилие известных марок. Пятая авеню предлагает товары не только класса люкс. Не слишком богатые покупатели могут отвести душу в огромном торговом центре Мейси. Центр расположен между Бродвеем и 35-й улицей. Сегодня таких центров тысячи, и все они созданы по одному принципу – собрать в одном месте самые разнообразные товары. Мейси воплотил эту идею первым. В тени огромных храмов торговли затерялись храмы настоящие. Одна из красивейших церквей Нью-Йорка – кафедральный собор Святого Патрика, самый крупный в США католический храм. Выстроенный в неоготическом стиле, собор стоит на Пятой авеню с 1888 года и является резиденцией архиепископа Нью-Йорка. Напротив кафедрального собора Святого Патрика возвышаются башни Рокфеллер-центра. Это настоящий город в городе, крупнейший в мире комплекс высотных зданий с офисами, ресторанами, развлекательными центрами, магазинами и садами. Двенадцать высотных зданий из 19 Рокфеллер построил во времена Великой депрессии 30-х годов 20 века. Концепцию города в городе реализовали величайшие архитекторы того времени – Рейнхард, Хофмайстер, Корбетт, Гаррисон, Макмюррей и Гуд. Здания сужены кверху, чтобы как можно меньше препятствовать солнечным лучам. Все высотки имеют разную форму и высоту, что лишает вид монотонности. Рокфеллер-центр – излюбленное место нью-йоркцев. Главная площадь летом превращается в ресторан под открытым небом, а зимой — в каток. Центр ежедневно посещает по крайней мере четверть миллиона людей. Для одних он служит местом работы, другие здесь отдыхают, а некоторые совмещают и то, и другое. В 60-е годы 20 века Рокфеллер-центр был расширен. Четыре новых, великолепно оснащенных небоскреба все же уступают своим собратьям в архитектурном плане. Эти железобетонные блоки превратили 6-ю авеню в темное ущелье. Бетонный каньон заканчивается в районе 59-й улицы, и нашему взору открывается значительно более приятная картина. Центральный парк – зеленые легкие города. Парк в 340 гектаров занимает 5% территории Манхэттена. Центральный парк – любимое место отдыха горожан. Здесь есть спортивные и детские площадки, катки, теннисные корты и поля для игры в крикет. В тенистых аллеях можно покататься на велосипеде.
Создателем и первым директором парка был Фредерик Ло Олмстед. Когда его идея была реализована, он сказал: «Сюда приходят люди разных общественных слоев, и при этом все чувствуют себя одинаково хорошо. Теперь уже никто не станет сомневаться, что зелень, простор и чистый воздух оказывают на нас позитивное влияние». Приступая к созданию парка, Олмстед был вдохновлен Булонским лесом Парижа. В процессе 20-летнего строительства парка в сердце Манхэттена сюда были свезены миллионы тонн земли, тысячи деревьев и кустарников. В Центральном парке особенно многолюдно в воскресенье. В западной части комплекса находится земляничная поляна, увековечившая память о Джонни Ленноне. Жители из 123 стран спонсировали ее создание. Легендарный музыкант, член группы «Битлз», жил недалеко отсюда. В 1980 году он был застрелен одним из фанатов. Парковый пруд носит сегодня имя Жаклин Кеннеди. Аллею вокруг него облюбовали поклонники оздоровительного бега. Бежать или не бежать – вот в чем вопрос. Некоторые не задумываются над тем, благоприятна погода или нет. Каждый день они начинают с выполнения физических упражнений. 5-я авеню в районе Центрального парка – известное место для поклонников искусств. Здесь множество музеев и галерей, в числе которых музей Гуггенхайма с одной из самых ценных коллекций современного искусства. И само музейное здание соответствует изящному статусу. Автор проекта – архитектор Фрэнк Ллойд Райт, который отвергал традиционную городскую застройку. Поэтому и музей современного искусства ничем не напоминает традиционные музеи. Своей формой он больше похож на цилиндр, внутри которого спиралью завиваются галереи. Немного в стороне находится знаменитый Метрополитен-музей, чья коллекция произведений крупнейшая в Америке. Специалисты ставят Метрополитен-музей в один ряд с Британским музеем, Парижским Лувром и Петербургским Эрмитажем. Из 3 миллионов произведений коллекции музея публике представлены только около 100 тысяч. Остальные можно увидеть только во время тематических выставок. В музее более 300 залов, 3 этажа и несколько корпусов. В отделе американского искусства посетители знакомятся с живописью и скульптурой мастеров 18-19 веков. Многие знают картину, изображающую Джорджа Вашингтона во время переправы через Делавэр.
Уникальные произведения примитивного искусства Африки, Океании и доколумбовой Америки из коллекции бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера. Его сын Майкл организовал научно-исследовательскую экспедицию в Новую Гвинею, где изучал первобытный образ жизни местных племен. Подаренная египетским правительством древняя святыня — самый яркий экспонат в коллекции, посвященной эпохе фараонов. К востоку от Центрального парка раскинулся престижный жилой район. Между 110 и 168 улицами расположен Гарлем. Лучшие времена столицы Черной Америки пришлись на 20-е годы прошлого века. Но после Великой депрессии Гарлем погрузился в нищету. Самый трудный период для негритянского квартала длился примерно 20 лет, с 1970 года. Тогда Гарлем стал синонимом преступности, нищеты и наркомании. Но жизнь постепенно меняется. На протяжении последних двух десятилетий уровень преступности здесь снижается, появляется новая атмосфера. С улиц исчезли торговцы наркотиками, а их место заняли уличные художники, актеры и музыканты. Местные дома напоминают о рубеже 19-20 веков, когда в Гарлеме обитали в основном представители среднего класса. Экскурсию по Гарлему проводит Глен Фишер. Гарлем сегодня переживает что-то вроде ренессанса, рождается заново. Если бы вы приехали сюда 10-15 лет назад, то удивились бы большому количеству пустых квартир. А нынче случается, что и вполне состоятельные люди покупают здесь целые дома. Нигде больше в Нью-Йорке нет такого количества церквей, как в Гарлеме. Известнейшим храмом является кафедральный собор святого Иоанна Богослова. Если бы проект 19 века был реализован в полном объеме, то храм стал бы, вероятно, самым большим готическим собором мира. Музыкальный жанр госпел, продолжая традицию направления spirituals, развился в 30-е годы прошлого века в афроамериканской церковной среде. Госпел отличает большая живость и порою танцевальные ритмы. Характерное для Нью-Йорка явление — шумные парады. Практически каждый уикенд улицы превращаются в фестивальные площадки. Здесь, в Риверсайд-парке, танцуют до упада. Узкая и длинная полоса зелени Риверсайд-парка тянется от старинной улицы Риверсайд-драйв до Гудзона. Риверсайд-парк создан тем же самым Олмстедом, который дал жизнь Центральному парку.
Не каждому по карману апартаменты или отдельно стоящие дома на Манхэттене. Большинство людей живет в небольших квартирах. Есть и такие, чьим жильем является пришвартованная к берегу лодка. Река Гудзон. На левом берегу Манхэттен, на правом – штат Нью-Джерси. Тысячи людей живут между этими двумя полюсами, ежедневно преодолевая немалое расстояние от дома до работы и обратно. Самый большой в мире музей естествознания – Американский музей естественной истории. Перед главным входом, украшенным колоннами, установлена скульптурная композиция, представляющая Теодора Рузвельта в компании индейца и чернокожего. Старейший музей Нью-Йорка, в котором хранится свыше 35 миллионов экспонатов, открылся в 1877 году. Посетителей встречает выставленный в фойе музея скелет динозавра. Около динозавра, в парке или на Бродвее, кажется, что жители Нью-Йорка могут читать где угодно. Однако всем известно, кто самый читающий народ в мире. Тем не менее, Нью-Йорк является крупнейшим в мире издательским центром. Здесь находятся самые большие книжные магазины и библиотеки. Подавляющее большинство американских издательств, редакции самых известных журналов и газет расположены именно в Нью-Йорке. К сожалению, нью-йоркский книжный рынок не обошла стороной монополизация. На Манхэттене исчезают антикварные лавки и маленькие книжные магазинчики, вместо них открываются огромные супермаркеты. По количеству известных писателей на квадратный метр Нью-Йорк тоже бьет рекорды. Наверное, ни одна другая ежедневная газета мира не может похвастаться таким объемом, как субботний выпуск «Нью-Йорк Таймс». Заплатив несколько долларов, читатель получает информацию на всю следующую неделю. А это достаточно новая туристическая достопримечательность города – кафе «Лало». Оно прославилось в 1998 году благодаря фильму «Вам письмо» с участием звездных Тома Хэнкса и Мэг Райан. Кстати сказать, кинохитов, действия которых происходит в Нью-Йорке, множество. Энтузиасты насчитали в городе свыше 40 тысяч мест, послуживших декорациями для таких фильмов, как «Кинг-Конг», «Вестсайдская история», «Завтрак у Тиффани», «Французский связной», «Таксист», «Манхэттен», «Охотники за привидениями» и других. Старые водонапорные башни на крышах зданий придают Нью-Йорку неповторимый колорит. На берегу Гудзона у причала номер 86 пришвартовался, теперь уже, наверное, навсегда, легендарный авианосец «Интрепид». Гигант весом в 42 тысячи тонн во время Второй мировой войны был местом службы 3500 человек, а сейчас стал музеем морской авиации. Неподалеку находится пристань прогулочных катеров. Маршрут лежит вокруг острова Манхэттен. Прогулка длится 3,5 часа.
Катера сначала движутся вниз по Гудзону, затем направляются вдоль острова Эллис мимо Статуи Свободы. Далее вокруг южного мыса Манхэттена, вверх по Ист-Ривер, по реке Гарлем и назад к Гудзону. Во время прогулки мы видим небоскребы Манхэттена в неожиданном ракурсе. Будет возможность полюбоваться и на Стейтен-Айленд, Бруклин, Квинс и Бронкс. Последнее приглашение на танец. Танцы, теннис, карате и гольф. В крупнейшем фитнес-центре Америки Chelsea Piers горожане могут взбодриться и избавиться от лишних килограммов. Одну пристань полностью занимает четырехэтажная площадка для гольфа. Добро пожаловать в Чайна-таун. Здесь самое сумасшедшее в Нью-Йорке толчья. Передвижение затрудняют бесчисленные торговые лотки с подделками фирменных товаров. В этом квартале начинает казаться, что государственный язык в Америке – китайский. Кроме магазинчиков с товарами из Тайваня и Гонконга, улочки в Чайна-тауне заполняют многочисленные продуктовые лотки. В каждой лавке нам предложат талисманы счастья, лечебные мази и магические средства от всех недугов.
На пороге буддистской святыни за несколько долларов вам раскроют тайны будущего, расскажут об удачах и подстерегающих опасностях. Это, наверное, самый дешевый психотерапевтический сеанс в Нью-Йорке. В Чайна-тауне свыше 400 ресторанов и сотни экзотических харчевен. И везде у китайских деликатесов отменный вкус. Чайна-таун граничит с небольшим итальянским районом, жителям которого проще ассимилироваться. В Нью-Йорке итальянцев больше, чем в Риме. Да и Чайна-таун – крупнейшая агломерация китайцев за пределами их родины. В Нью-Йорке большое значение имеет то, как тебя воспринимают окружающие. Кто любит себя показать и на других посмотреть, становится частым гостем Сохо. Признак продвинутости – быть завсегдатаем здешних клубов, кафе и галерей. Сохо – это сокращение, которое расшифровывается как «юг улицы Хостон». Сегодня улицы Сохо напоминают подиум. Архитектура квартала вполне может претендовать на историческую ценность. А ведь еще 50 лет назад квартал находился в плачевном состоянии, и домам грозил снос. Старые фабричные цеха и складские помещения приютили полвека назад многих представителей творческой интеллигенции. Когда власти решили снести старые здания, артистическая богема объединилась для защиты своей территории. Протест оказался действенным. Администрация отказалась от своей идеи. Вскоре после этого здания с характерными фасадами были официально признаны памятниками архитектуры. В XIX веке чугун был дешевле камня и кирпича. Дешевой была и технология отлива изящных арок, колонн, деталей орнамента. Более поздним аргументом в пользу конструкций из чугуна стали правила противопожарной безопасности. Художники, авангардные клубы, магазины экстравагантных модельеров и бесчисленные галереи накладывают свой отпечаток на образ этого квартала. Кроме 300 художественных галерей, в Сохо много музеев. Среди них оригинальный Нью-Йоркский музей пожарного дела.
Даже чугун не мог уберечь Сохо от многочисленных пожаров. Неудивительно, что местной пожарной части удалось собрать большую коллекцию инвентаря, применявшегося огнеборцами с 18 по 20 век. В 1648 году последний голландский губернатор Петер Стюйвесант организовал первую добровольную пожарную дружину Нью-Йорка. Он же издал противопожарные указы, согласно которым каждый житель города должен был постоянно держать дома два кожаных мешка, наполненных водой. Работа в пожарной команде всегда требовала отваги. Участие в спасательных операциях – рядовые будни пожарных, но нью-йоркцы считают этих ребят героями. К слову сказать, при спасательной операции во Всемирном торговом центре погибли десятки пожарных. Дома и улицы в Гринвич-Виллидж немного не соответствуют облику Нью-Йорка, напоминая скорее провинциальный английский городок. Нью-йоркцы называют его попросту «виллидж», то есть «деревня». В запутанном лабиринте улочек вокруг Вашингтон-сквер в начале 20-х годов 20-го столетия находили пристанище художники и писатели. Именно они дали рост американской интеллигенции. Сегодня на площади у мраморной Триумфальной арки ежедневно собирается толпа уличных артистов и студентов. Бунтарей здесь сегодня немного, зато много прекрасных музыкальных клубов, экспериментальных театров и галерей, которые по-прежнему не вписываются в систему рыночных отношений. Реставрационные работы в районе продолжаются, благодаря чему он скоро обретет прежний старосветский облик. Здесь же находится крупнейший в Соединенных Штатах Нью-Йоркский университет. Он был основан в 1931 году. Сегодня здесь обучается 45 тысяч студентов. Всего в городе работают более 130 колледжей и высших школ. Ист-Виллидж в восточной части Бродвея был в начале 20 века кварталом нью-йоркского высшего общества. Когда именитые жильцы съехали, их места заняли иммигранты из Европы. В 60-х годах прошлого века Ист-Виллидж стал родным домом для битников, а позднее для хиппи. Сегодня район наполняют жизнью студенты и артисты. Когда квартал неформалов стал студенческим, в нем, как грибы после дождя, стали появляться клубы, кафе и магазины модной одежды. Увы, поползла вверх и плата за жилье.
В Ист-Виллидж живут общины индейцев, украинцев, поляков и немцев. У каждого сообщества свои библиотеки, храмы и рестораны. Бруклин. Бруклинцы подчеркивают свое происхождение повсеместно. Среди именитых бруклинцев – Норман Мейлер, Артур Миллер, Вуди Аллен. Бруклин – это еще один город в городе. Здесь живут евреи, арабы, немцы, индусы, представители еще нескольких десятков других наций. Диаспоры тоже характерны для Бруклина. Одна из них разместилась на полуострове Кони-Айленд, на Брайтон-Бич. В 70-е годы 20 века в Нью-Йорке оказалось 60 тысяч иммигрантов из Советского Союза. Большинство из них осело как раз на Брайтон-Бич. С той поры район вокруг Брайтон-Бич-авеню называют «Малой Одессой». Здесь русский язык слышен значительно чаще, чем английский. Согласно скромным подсчетам, в Нью-Йорке говорят примерно на 100 языках. Свыше 4 миллионов нью-йоркцев не говорят по-английски. Лучшим символом города стала бы Вавилонская башня. Кони-Айленд в начале 20 века был самой большой в мире игровой площадкой. По соседству с пляжем тогда выросли парки аттракционов, превратившиеся впоследствии в памятники старины. Парк развлечений в южной части Бруклина утратил свое значение в 50-х годах прошлого века, когда в Америке появился Диснейленд. Уже в 20-е годы прошлого столетия нью-йоркцы могли за 5 центов выехать на метро за пределы многолюдного Манхэттена и уже через несколько минут очутиться на широком белом пляже Кони-Айленд. Сегодня морской пейзаж не привлекает жителей Манхэттена. Сегодня у современных нью-йоркцев по сравнению с их предками, пожалуй, значительно больше возможностей сбежать от шума и суеты. Однако в большинстве жители Нью-Йорка уже не представляют без этой суеты свою жизнь и вряд ли хотят куда-нибудь от нее убегать.